Тем временем к нападению ВАДА уже пора готовиться Норвегии. Финский антидопинговый комитет призывает учинить проверку норвежским лыжникам. Стартовым выстрелом для этого послужила дисквалификация спортсмена по имени Мартин Йонсрут Сунбер. Его наказали за превышенное содержание в организме препарата для лечения астмы. В Финляндии считают, что лекарства могут принимать в качестве допинга и другие лыжники страны фьордов.